Дорогие друзья, уважаемые жители и гости Приморья, мы приветствуем вас в столице Тихоокеанского флота, в городе воинской славы, Владивостоке. Сегодня тебя отправляет 2024 года вознаменование 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне выдержал, выстоял и победил. Воины Дальнего Востока, моряки Тихоокеанского флота, жители Приморского края внесли достойный вклад в летопись героической истории Великой Отечественной войны. Находясь в стратегическом резерве, наш флот оказывал существенную помощь воюющим фронтам людскими ресурсами и боевой техникой. Более 140 тысяч моряков тихоокеанцев были направлены на передовую. Они защищали Москву и Ленинград, бились у стен Сталинграда, в кубанских степях и приходят по газам. Стояли насмерть на Курской дуге и Заполярье. Шли в атаку на берегах Днепра и Висты. Они освобождали Украину и Белоруссию. Заполярье брали Прагу и Будапешт. Кёнигсберг и Вену, полями сражений дошли до Берлина. 191 тихоокеанец за героизм и мужество, проявленные в боях за Родину, был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, а тысячи были награждены орденами и медалями. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы смирно! Для встречи слева! Накро! У! Что-то, 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 что-
Души поздравляю вас с Днем Великой Победы. Сегодня мы вместе со всей страной отдаем дань памяти героям, павшим и пережившим ту страшную войну. Ценой невероятных испытаний и тяжелых потерь они одержали победу. Сохранили для нас страну и спасли целые народы от уничтожения. И сегодня, как и в годы Великой Отечественной, наш народ сплотился против угрозы Запада, где опять нацист поднимает голову, где опять строят планы на восток. Уверен, их ждет ровно та же участь, что и гитлеровские дивизии под Сталинградом. Врагу не сломить наследников Великой Победы 1945-го. Сегодня в парадных шеренгах немало приморцев, участников специальной военной операции. Посмотрите на их мужественные лица, на их боевые награды. Вот они, новые герои. Каждый, кто встал сегодня на защиту интересов и безопасности России, настоящий герой. Мы по праву гордимся им, чтим память ваших товарищей. Закончить хочу словами великого полководца, маршала Георгия Жукова. В разную победу мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага.
терпение, мужество, величайшая стойкость, любовь к Отечеству. Пусть эти, проверенные огнем войны качества, всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами. Ура, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи подводники! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи надводники! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи моряки! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи летчики! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи морские пехотинцы! Здравия желаю, товарищ Адмирал!
поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи связисты! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи сотрудники! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура!
команду Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Николаевич Клинин. Товарищи матросы, старшины, сержанты, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, жители города Владивостока, поздравляю вас с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздник 9 мая близок и дорог каждому из нас. Мы отмечаем его по всей нашей огромной стране, в каждом доме. В России нет семьи, в которую бы обошла Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. Для каждого из нас знамя победы, водруженное в 1945 году над Рейхстагом, навеки останется символом триумфа нашего единого советского народа, его беспременного подвига, сплоченности и духовной мощи. Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они нас сражались врагом, защитили родную землю, победили на сыну. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подполье. Ее прибежали стойкие защитники Брестской крепости, мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на защите Кавказа, Балтии и Дальнего Востока. В высоких боях под Москвой и на улице горячего Сталинграда, в дому танковых сражений, на Курской губе и в ледяных водах Заполярья советские воины ежедневно решали исход войны. Железная воля непокоренного народа, его бесстрашная стойкость спасли весь мир от нацистского рабства. Героические дела наших предков будут незабвенны столетием. Их не уничтожат западные реставраторы истории, которые, словно забыв о преступлениях фашизма в Европе, поддерживают и финансируют геноцидский режим на Украине. Подвиги и наши героизм российских воинов совершенно в наши дни говорят о том, что наказ мужественно защищать Родину не забыть. Современные воины России, продолжая дело своих дедов и прадедов, не жалея жизни для освобождения жителей Новороссии, возвращая долгожданный мир в измученные войной города и села. Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Шагом! Марш!
высшего военно-морского училища имени Макарова, командир почетного караула, лейтенант Тимофей Рещенко. Я не могу сделать это, не отбирала ни слова. Давайте поговорим о том, что это.
сегодня в строю, а с ним принимают участие в проведении специальной военной операции. Традиционно таким образом принимают участие на параде в Приморской столице. Наша рота, наша группа, 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 наша